No, stop. Put it up. Let's go away. See? Видите, какой красивый. Девочки и мальчики, привет всем! Всем! No, say привет всем! Привет всем! Привет всем, девочки и мальчики, еще раз. Винсент у меня сегодня будет делать кое-что. So what are you gonna cook today? Well, today I'm gonna do my pickled beets. And then I'm gonna do my chicken bazaar. Короче, пикл это вот, знаете, соленые огурцы они называют пикл. Так сегодня он будет делать пикл свеклу. Are you gonna do with eggs? Yes. Okay. So I'm getting ready to cook right он now. Отваривает яйца. А, ну еще яйца не здесь. Yes, the eggs. And what else you gonna put on? Onion. Was in it? Лук. I'm also too old for. Yeah. Короче, у меня просили показать, он Винсент тот в прошлый раз делал, и сказали, Наташа, нам нужен рецепт, он так вкусно ел, и на самом деле понравилось, и мне тоже. Туда он и яйца опускает, и все это и с уксусом, очень вкусно. Поэтому будем смотреть, кто переживал за Винсента спину, у него все прошло, как говорится, удачно. So, who fixed your back? Who fixed my back? Yeah. I did. I stretched out in no, bed. No, for real. Tell everybody. Oh, you gave me the shots, made me feel better. Yeah. Я ему сделала уколы, и у него все хорошо, он устал. Итак, девочки, все, начинаем, короче. Так, это у нас уксус, яблочный, сайдер или сидр. What else we need to have? Salt. Соль. Pepper? No? No, no pepper. Just salt. Okay. Why you need salt if it's if you have vinegar. Well, yeah. You gotta calm it down. Я говорю, зачем соль, если у тебя уксус? Он говорит, надо. Calms the vinegar down, so. Okay. So that's what we need. That's okay. That's the now we're preparing, right? Now preparing. So what are you gonna do with this? You're gonna clean them? Yeah, I'm cleaning them now. Okay, let's see how. Okay. You need to take a knife, maybe. Yeah, huh? I know. Yeah. Короче, он помоет сейчас это всю свеклу. Хотя там, конечно, и сок есть свекольный, который он оставил. Все это подготавливается. Какой он у меня стройный, Винсент. You have so nice body. Ну, посмотрите, какой стройный Винсент. Блин, вообще. Man, и я как колобок, блин. And I am look like a ball. Yeah? No? No? Посмотрел на меня, говорит, да нет, нет. Посмотрите, какой, как прям этот треугольник. Плечи большие, попка маленькая. Вот так вот, видите. Вот таких вот так вот красивых мужей нужно использовать, чтобы они готовили, мыли и чистили. Потому что их только отпустишь куда-нибудь на улицу, все, пиши пропало. А гулять и получать удовольствие нужно нам. Страшненьким. Потому что все равно мы никому не нужны. Поэтому мы берем сумочку, кредиточки и по магазинчикам. А что нам страшным еще делать? Что нас взять, кроме анализа? Поэтому вот так. Красавцы дома, страшненькие. Вперед. Так, что у нас Винсент делает? Винсент на колечке разбирает лук. Конечно, вам не надо об этом говорить, вы знаете, да? Что он делает? Надо отделить вот у него тут. Как говорится, зерна отплевел. Красавец. You're so handsome. Oh, yeah? Yeah. Very, very handsome. Oh, right. That's why handsome husband have to be in the kitchen. Oh, doesn't sure. Go outside. Doesn't go outside? No. Because somebody gonna steal handsome husband. See, ugly wife, she can go outside and have fun and all that. Yeah. Been out front all day. Nobody grabbed me yet. Я говорю, красивым мужикам надо на кухне, а женщинам страшненьким можно гулять по улицам. Он говорит, ходил по улице, никто меня не схватил, говорит, до сих пор. Так. Берем. Это, конечно, рецепт не от Оксаны, но крышечка у нас вся, видите, в помаде, можно сказать, в свекле. Окей. Очень люблю лук есть вот так прям. Очень люблю. Как вы лук вот так едите или нет? Да, немножко и дерет язычок, но очень вкусненько. Окей.
put a... Oh, you already boiled them? Yep, they're already boiled. Okay. Чистим яички. What is that? Ичкис. Он так говорит смешно. Ички. 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 How you say water in Russia? I don't know. Вода. Oh, вода. Yeah, вода. Вода. Like a vodka and вода. So вода you say without K. Vodka with K. Вода. Вода. Yes, вода. Very nice. Горячая вода. Горячий. Remember горячий? It's hot. Hot. Oh, горячий is hot. Горячая вода. Горячий лук. No, it's not горячий. Холодный. Cold. Холодный. Холодный. Yes. Холодный. Холодный, горячий. Горячий. Yes. Sounds Italian. Горячий, холодный. Горячий sounds Italian. Горячий говорит звук, как будто в Италии. It's like Venucci. It's beautiful words, yeah? Yeah, Venucci. Он говорит, что это красивые слова. Горячий и вонючий. Yeah. How you supposed to say вонючий? Venucci. Like that? Yeah, like how you say Italian, like Italian way. Venucci. Italian way. Говорю по-итальянски, скажи. Да, пока он чистит яйцо, пойдемте с вами сходим на улицу, посмотрим, что там на улице. Птичка моя всю ночь спала, как убитая. Даже вот я вам хочу сказать, что даже на камеру приходило очень мало этих шевелений, потому что она вот прям калачиком свернулась и спала. Она поворачивается там как-то, не знаю, этой ночью прям раз в час, наверное, всего поворачивалась, поворачивала яички свои и опять спать ложилась. А потом я в 6 часов утра открыла дверь. Вон оса, блин, паразитки не дают нашим птичкам есть, пить. Бля, хотела вот так вот ее. А потом она, значит, я открыла дверь в 6 утра, а в 7 она вылетела. А потом через полчаса прилетела. Вот сейчас до сих пор сидит куколка моя. Вы заметили, что когда темно, черно-белая съемка намного четче, чем дневная, потому что это камера ночного видения. Так, ну что, все, посмотрели, поглазели, как говорится. Пойдемте дальше. Мужик ведь у нас готовит. А мы должны смотреть, что и как. И зачем. Baby, why is this... Where is pot? Видите, у нас вот эта тарелка была вместо блюдечка. На ней стоял горшок с цветами, который мы выращиваем. По-моему, будем из нее есть. Да-да, по-моему, будем из нее есть. Ничего страшного. Так. You still doing it? Yeah. I don't get no help. Ого. Я говорю, все еще чистишь, он говорит, мне никто не помогает. Так. What do you think about... You know how... What name of our bird?
It's North Carolina. No, it's Carolina brand, but you know name. I give your name. Oh God, what is it? Феня. Феня? Феня. What does that mean? It's like Фенечка, маленькая Фенечка. Фенечка. Small Фенечка? No, it's just Феня. Феня. Not Феня, Феня. Yeah, yeah, Феня. Oh. Say Феня. Феня. А, Фенечка. Фенечка. Yes, это Фенечка, yeah, little Фенечка. Фенечка. Это Фенечка. Наша маленькая Фенечка там сидит. Мне little так понравилось, кто-то написал Феня, и я обалдела. Little Бусинка. Бусинка, it's right there. Фенечка, it's right there. This Бусинка right here. Бусинка. Чистит яички. Яички. Okay. You ready? Yes. All right. Here we go. Так, это у нас, значит, красивая свекла, свекла. Я ему отварила, он специально меня попросил, чтобы я отварила, чтобы он сделал это блюдо. Короче, девочки, нарезаем свеклу тоненькими. Put this guy this way. You have to say what you do. Well, I'm slicing them. Так. Into slices. Режу их на кусочки, короче, slicing in slices. Well, that's what I'm doing. Not too big, not too small. Говорит, ну где-то 5 миллиметров каждый получается. Beets are very good for you. Supposed to be good for your heart. Yeah. Give you extra oxygen. Свекла очень хорошо для тебя, он говорит, хорошо для сердца. Well, that's a big one. Got these at Publix. They were pretty good. Yep. Publix'е купили мы. Обычно такие маленькие продаются, а тут прям большие. Я когда вижу большую свеклу, я беру сразу много. Потому что я люблю просто даже вот просто отварить и просто даже есть кусочками. Очень вкусно. Can I eat one egg? No. No? No. Why not? No, you leave it alone. Just bite. No. Go away. Just bite. Go away. No. You don't. No. Put it down. You're the worst. Leave things alone. Are you being annoying? I'm being bitch. Yes. Just one bite. No, baby, stop. Why are you so greedy? Because it's for this. It's not for you. Не дают мне, потому что because we don't have no more, yeah? Yeah. На последние пять яиц. Okay. Все. Now let's see about getting our. Okay. Get our vinegar. Okay, уксус берем. You don't need to put water? No. No? Okay. No. It's a little bit too strong, then we could use water. But maybe you want put different thing that... Okay, different pot that it would be higher, water would be higher. No, by the time you put all those stuff in, it's going to be up. Ah, okay. You know, it's going to be up there. Короче, говорю, может поуже, и чтобы повыше была вода. It's, I don't know, it's a very small amount of water. Maybe you put water or something. Hold on, let me taste it. For crying out, who's making this anyhow? Okay. Oh, that's almost perfect. Let me see. Чего там perfect уж, я не знаю. Ну-ка. Ух! Забористая. Is it good? Mm. You put salt already? No, I didn't put any salt. Now comes salt. Ну, представляете, уксус, да? Такой забор. Can I put egg there? Just wait a second. Let me stir it up. I mean, you know, come on. You got to put everything in the way. You got to get the mixture right. I just want you to yell at me. Everybody like when you yell. Oh, yeah. Yeah. Don't be so, a pain. So, for in order you to yell, I have to eat one egg. No. Stop. Put it up. Let's go away. See? Видите, какой красивый. When you yell, it's, you look even more handsome. Yeah, you gotta use wood, not that. No. I'm gonna taste. I'm tasting. Okay, I'll give you. Надо ложку-то деревянную, наверное, уж использовать, не такую, ёб твою, скребёт. Here. Oh, that's good. Сейчас женщины там понаписали, наверное. Just about perfect. Now try it. It's not as vinegary now with the salt. Ну-ка. Да, кстати, соль как убивает вот этот. Mm-hmm. Okay. Ну, конечно, чувствуется, но не так сильно. Okay. Now okay. We'll put the beets in. Теперь, видите, кладет все. I think you don't have enough water. Do you? Baby, you don't use water. You use the juice. You just put like this. You gotta be careful. What do you mean? Because you break them up. I'm not. Mm.
Так. Теперь лук. Девочки, в принципе, все просто. И потом это все надо настаивать. So how long you have to wait till pickle you... them? I would say at least 4 hours. At least. I thought 4 days. No. It's good to leave it for a whole day. Через 4 часа можно есть, но, говорит, лучше оставить на целый день. That way а такие onions, яйца вкусные, кстати, your потом. Pick up the flavor. It's really good. Mm. Why you don't put the whole thing? All pickles. Oh, yeah. All beets. Oh, yeah. I just want pickles. I tell you, you don't have enough water. I don't want water. I mean liquid. It's fine. People say that we have to drink cranberry and sing again. Cranberry? Yeah, cranberry vodka. Yeah. Vodka? Oh, я говорю, люди просят, чтобы мы... пили опять клюковку и пели песни. Do you want to sing songs later? Later. Позже. Сейчас у нас операция. Okay, that's enough. Операция у нас, значит... Why? Can I eat that? Go ahead, you could eat that. Okay. О, обожаю свой кокот. Прям так. Прям как шоколадку. Как Винсент сказал, полезно и вкусно. Oh, our eggs could be nicely pickled. Very nice. Вот так вот, девочки, мальчики. So what are you gonna do now with this? I put the top on, put it in the refrigerator. Ставите в холодильник под крышечку. И все. Винца тоже очень любит свеклу так есть. Вы не думайте, девочки, если мы в Америке живем с американцем, то мы не едим одни бургеры. Мы вообще их не едим. А если бургеры едим, то которые сами сделаем. Okay, мы кушаем все полезное. Where'd you put my towel? Right here. Oh, look at the mess you made. Me? Yes. Are you crazy? This is not me. How could you say that? Даже можно так обмакнуть чуть-чуть. Ммм. Правда, очень вкусно. Don't you touch my eggs. What do you mean? How do you know? Did you eat one of my eggs? One. You did? Yeah. I can't believe it. It was so tasty. Пересчитывает яйца. Говорит, не могу поверить, что ты съела мое яйцо. You ate one? Yeah. How? What's wrong with you? That's okay. No, I did not eat. Well, look for it. У него было 5 яиц, вот одно потерялось, и он думает, что я съела. О-о! You ate one. Let's look for it. There it is. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Okay, now you have to say I'm sorry. No sorry. Why? Because you're always trying to eat stuff behind my back. Say sorry. No sorry. Oh. Okay, so that's that. Let's find a place for it in the refrigerator. Okay, давай найдем место, говорит, в холодильнике. Ну вот и весь рецепт, девочки. Все на глаз. So you never tell to people how much you put vinegar. It's everything like whatever. Yeah, but they've seen it. I didn't put the jar like this. You put half the jar in right to here. You put half of it? Yeah. Oh, and then you do it to taste. You. Короче, он вот на это вот. Налил половину этой бутылочки. Yeah. Это все, что я могу вам сказать. And then you let it sit overnight. Then you taste again if you need a little bit of this or you so we're gonna hold overnight. Yeah. Okay. Yeah, короче, мы оставим на ночь. That's the best way to do it. Okay. Have it overnight. And if you need some more vinegar, you eat some more vinegar. If you need some more salt, you add some more salt to taste. Если надо еще добавить винегрета, говорю, если надо еще добавить уксуса. Okay. Do we have place? No. Oh, yeah. That's good. Right there. Ooh. My goodness. You need to put some white. That's not good. Just leave it. I'll clean it later. Mm-hmm. Refrigerator needs to be cleaned. Винсент будет у нас готовить курицу. Курицу бальзамик. Я уже показывала, да?
So, будем кушать. Подготовил уже курицу, будет делать. В общем, вот так вот. Все, Винушонок, you wanna say hello, goodbye to everybody? And ставьте лайки, what do you say? Ставьте лайки. Okay, thank you so much. Thank you so much. I think you're... No, it's good. No. Я думала, задом наперед делал. I'm not that retarded. Дурачок. Я, говорит, не настолько тупой.